Сегодня совершенно неожиданно для себя получил награду от 92-й бригады, которая с первого дня широкомасштабной войны защищает Харьков. Спасибо вам, наши защитники. Считаю эту награду не столько своей личной, сколько оценкой работы всей нашей городской команды. Будем и в дальнейшем делать все возможное и невозможное в помощь нашей армии и теробороне. Будем вместе приближать нашу победу. Слава Украине!